Привет всем! Неожиданно для себя я открыла свой канал заново. Даже не ожидала, что он у меня сохранился, потому что я его удаляла как-то. И сейчас совершенно случайно зашла на старый имейл. Имейл мне понадобился. Думаю, да, я открою имейл свой, ютубовский. Открываю, там висит письмо по ютубу. Я его открыла. Смотрю мой канал во всей красе, только доступ ограничен. Открыла одно видео, открыла другое. И так мне как будто интересно, такое ощущение было. Киса черная дорогу перебежала. Здесь кошки черные, кудачи. Интересно так было, ощущение такое вот невероятное какое-то. Год прошел, и вот эти свои видео, когда я уже казалось, что я что-то там забыла, что-то там это, открыла свое видео, одно, другое, такие воспоминания, вспомнила что-то интересное такие вообще. И смотрю, начали люди мне писать. То есть мне писали и раньше везде, и в соцсетях, и вот что. Так, сейчас я камеру поправлю на свою улицу, где я еду. Вот, и и тут начали писать, что с возвращением. Я так удивилась, что, конечно, очень приятно было это все видеть и слышать. И хочу, не знаю, что я хочу. В общем, я открыла свои видео, заново поставила их. Вернее, не поставила, они там стояли, просто сделала доступ к ним. Вот, и не могу сказать, что я буду снимать видео или не буду я снимать видео, потому что у меня совершенно нет времени. Почему я тогда закрыла канал? Потому что неожиданно для себя я получила работу на своей той работе, на которой я работала раньше. Получила работу full time, то есть я работаю сейчас с 9 утра и до 5, до 6 бывает. Вот. Приезжаешь домой, пока у нас такие жуткие трафики сейчас какие-то начались по городу. Приезжаешь домой и просто уже ни до чего, конечно. А YouTube, он занимает много времени. Забирает. Вот, поэтому надо было много изучить на новой работе. То есть много-много там все узнать. Все, в общем, совершенно не было времени. И YouTube очень отвлекает, потому что мне как-то я не могу не отвечать на комментарии, причем когда люди по-хорошему так пишут, по-доброму, и мне хочется отвечать и хочется общаться, поэтому YouTube очень отвлекал. Вот, и сейчас я не знаю, получится у меня, не получится, не могу ничего сказать. Вот, ну, попробуем. Прошел ровно год, я даже и не заметила, время летит очень быстро. Мгновенно просто, не успеваешь оглянуться. Только понедельник и уже пятница. Вот, ну что за год у меня изменилось, я не знаю даже как сказать. Что новенького в моей жизни, какие впечатления, может быть, по ходу так что вспомню, расскажу. В Англии у нас сейчас осень. Глубокая, уже почти зима, но в принципе тут всегда теплый февраль, погоду можно так назвать. Вот сейчас дожди идут, а ветров пока нет, но, наверное, скоро и ветра начнутся. Вот такая мокротень с утра, холодно, но погода мне очень здесь не нравится, в общем, погода меня совершенно здесь не радует. Редкие солнечные дни, редкое ясное небо. Вот, хочется тепла побольше.
выезжала, я на холидей ездила в Крым в сентябре была. Была немало, 3 недели, это для нас даже много здесь. И, в общем, очень хорошо мы отдохнули. Даже поворот не покажет, да? Было очень тепло, очень замечательно. Причем у нас там родня живет, встречали нас по-родственному. В общем, мы очень были довольны. Отдохнули замечательно. Может быть, сделаю видео, и снимала я там тоже, конечно. Уже, когда начинаешь снимать, уже общаться с видеокамерой, уже ее из рук не выпускаешь. Что-то где-то все равно снимешь. Вот, и в Крыму мы тоже снимали красивые съемки, красивые места там очень. Очень все дешево сейчас для нас там было, так как рубль упал. И такое ощущение было, что вернулись СССРные времена в такие, с ненавязчивым русским сервисом, санатории все такие же. Кстати, санатории очень замечательно вот в России, вот у нас там были, и сейчас они есть. Замечательная система, в Англии такого нет. Чтоб ты поехал куда-то там, насколько ты там определенный курс взял, и полечился, и грязи там тебе, и массажи можешь взять, и что только не можешь. Как бы общая такая профилактика здоровья, очень замечательно вот это. Вот, поэтому мне очень понравилось и вспомнилось. Мы там давно очень были, последний раз где-то, я не знаю, вообще лет 25 назад, что ли. Вот, поэтому все было очень замечательно.